Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Венера, Санек, Play Market, фуфло какое-то, Дэн. Fuck you, Юра, Едучка, пацаны, поздоровайтесь. Смотрите, какой вышел пак мемов, и ему меньше недели. Из 5 кушайте, приятного аппетита, а у нас веселье, угар с низкой гравитацией. Злой Папич, видели такой мем? Папич? Опа. Папич? Легенда. Где? Где Папич? Вот, смотри, идет. Он сейчас тебя убьет. Тебя. Еще музычка такая прикольная играет. Я, кстати, вспомнил, мне надо кое-куда сходить. У нас еще есть Абунга. Это дефолт. Это дефолт, да. Бустер. Братишкин. О, Братишкин. Да, Папич просто, который там Рэмбо включил. О. Так, кто у нас еще есть? Зеленского. Зеленский. Так, Сталкер. Ребята, напишите в комментариях, как зовут этого персонажа. Эпически, да, выглядит? Какой... Офигеть. Кстати, в темноте у тебя глаза, да, светятся? Да, пойдем покажу, там где-то есть темнота. А нас не убьют там? Ну, давай идем. Да, быстрее. Скорее всего, даже не пойдем, а полетим. Я упал. Да, я вижу, вот, да, четко. Так, надо выходить и ставить очень много NPC. Что-то мне не нравится, как они убивают пацанов. Как-то слабо, что ли? Давай больше, больше, больше. Так, поехали дальше. Фумас, хозяева, тетя Мотя. О, танцор, собакин, собака. Скрипач. Я просто... Шкибиди-доп-доп. И давайте много шкибиди-доп-допов наставим. Ух, нормально музычка лупашит. Да ты что тут делаешь? А чем мы не умираем? Или, а мы можем вообще умирать? Дай проверю. Вот это музычка колпашит. Не, можно умирать, что только что-то сюда? Слабо они убивают нас. Не заметили ли? Вообще ну да. Слабо. А чё это такой запак странный? Кашу не кушаю. Манку. Манку, да, говорите, не едят. Да. Дима, давай больше. Хорошо. Куда бунт? Это перемешку. Ребята, видите, оказался, что новый пак мемов настроен так, что они не сильно нас мочат. Ну сейчас будет им на помощь придет очень классный там пак один. Под названием Абунга. Ребята, ну как вам, с Абунгами стало веселее этими или нет? Да, они за мной были, да, только да, что. Да, настолько веселее, что... Опа, он уже приближается. Ну ладно, все. Он меня, короче, впечатал в стену. Просто наглухо. А тут музыка. Вот это колпашина. Где он вообще, что он так орёт? А, они в здании застряли, надо валить. Ну вот базуку берешь там под себя и прыгаешь, да. Ну вот смотри, что я просто, ну, как бы не хотел вам показывать этот секрет. Но теперь где я, смотрите. Я единственный, кто сюда смог добраться. Куда? Никто, никто. Ну да, больше никто сюда не заберется. Во-первых, меня окружают очень бешеные некс-боты. Никто не сможет подойти ко мне. Они психи, убивают всех, кого видят. Ой, Венера, ты телепортир... Видишь? А, ладно, ладно, ладно. Да я поддался. Да, конечно. Блин, да они через стену убивают, лохи. И сейчас ставлю. Так, где наши мемы? А, убиваем. Я возродился. Вот есть. Ой. Блин, звуки. Ребят, там просто жесть. Я ставлю всех по одного. Что с картой? Я даже возродиться не могу, они просто меня убивают. Да? Вот так я и хотел, с самого начала. Ребята, засекаем время, сколько я продержусь. Пока мне все хорошо. Вот это там жизнь налаживается, звуки один на другой. Я живу. И разгон. Там уже была бунга, надо было, в принципе, делать ноги. Правильно я и сделал? Аитушка, а ты где? Я бегаю, я все еще не умер за эту запись. А, ну давайте посмотрим, кто сколько раз умер. Я, допустим, раз умер, ну, приблизительно 7. А Итучка умер 3. Кто за вонючие ух, пироги? Ух ты, я прям в толпу прыгнул. Нет, да? Вот, отлично, отлично. Да ё-моё, ну нечестно. А ладно тебе, успокойся. Да я поддался. Да, конечно, я тоже поддался. Тут вообще нереально поддаться. Нафига ты поставил 3000 миллионов? Я случайно поставил чуть-чуть. Ребята, ну что, давайте сделаем такую тактику, я шкерюсь в комнате и умираю просто так от обонки. Ну ладно, да. Не сработала моя тактика. Кстати, они вот где-то даже позастревали чуть-чуть. Ого, их тут! Ребята, отступаем, просто бежим.
Ну, такие спокойные есть на Xbox, есть бешеные. Вот именно. Вот. Вот залог успеха. Для кого? А если гравитацию сделаю обычную, как вы думаете? Весело будет? Не. Ну, мы, по крайней мере, ускоримся с прыжками, я так думаю. Да? Да. Ну все, ребята, сделал обычную гравитацию. Проверим, долго мы сможем продержаться так или нет. Вот это здесь жесть просто. Тут толпа какая-то. Это не толпа, это гурьба целая. Кстати, почему они стадом держатся, они разбредаются по всей карте? Стадом. Так, они съели конька. Это хорошо, кстати. Они приближаются к нам, нам сейчас придется отступать отсюда. Видел, телепортируются! Что? Я видел только что. Дима, это потом. Все, уходи. О. Нам пора уже перемещаться. Они спалили наше местоположение. Вот это жесть. Тут жирни. С левой стороны там штук 500 тысяч их. А справа миллион. Тут мы не пройдем? Ага, мы тут не пройдем. А что, ты хотел схитрить? Не, я назад иду. И точка, ты умрешь. Я с тобой, нет. Если что, умрем вместе. Смотри, там жирный мужик. Да я видел, танцует в футболке зеленой. Кстати, он на кого-то похож мне. На кого? На тебя вроде бы. На меня? На гусынька. Гусыняк, будешь смотреть этот ролик, привет тебе. Я проиграю, все равно. Ну, я ненавижу. Пацаны, ну что, с такой гравитацией легче играть или нет? Нет. Нет? Наоборот. Да, сложнее. Мне кажется, нет. Дима, стой, блин, ну ты по борту. Ой, я упал. Да все, я спрыгиваю специально. Сейчас мы и проверим. Ну видишь, тяжело, да, не спорю, тяжело. Давайте еще раз попробуем. Чисто внизу выживаю. Это самая сложная часть этой серии. Я должен внизу продержаться максимально долго. Посмотрим, получится мне или нет. Но я держусь уже секунд 10 точно. Ух ты. О, давай, Тучка, ты тоже проверим, сколько продержишься. Ты или я. Дольше. Я внизу. Тут стена просто, их целая. Интересно, я тут смогу пройти? Вот, отлично, здесь есть где пройти. Ой, там, мне кажется, я маты... Ой, там сзади жесть, отвалите, морды! Всякие звуки, какие-то унитазы, смывается, кто-то пердит. Голос и Тучки записал кто-то. Венера голый бегает по хате, ну зачем? Я умер первый. Видишь, гуса, при этом, что я уже внизу выживал до тебя. Видели, как я их красиво обманул в эту сторону, в ту, оп, и вырвался. Профессионализм, как бы, ну что тут поделать. Пацаны, держите, это по-любому повезло, 100 пудов. Ой, я тебя, кстати, видел только что. Ты видел, что я делаю, да? Да. Ну, то есть это высший левел. Да, кого? Ко мне. Не, а Бунди просто не щадят, они меня посыпают каждую секунду. Ладно, ладно, котик меня убил своей пиписькой. Ну блин, ну так он танцевал там прикольно. Я видел. Ребята, сейчас и Тучка покажет мод, который добавил он чисто для себя, но он никогда в ролики не попадал. У нас вообще есть много классных модов, которые не попадают в ролики. Сейчас я буду делать... Покажи вещи. Ого, я получил. Да, капитан. Покажи. Это... Пурпурный? Вот, смотрите. Они просто исчезают. Да? Растворяются просто? Ну да. Ой, а Бунга со спины шел жопа, следил за мной. И Тучка, ты сделал пурпурный? Ох, еще вот. Так, как им пользоваться? Ну-ка. Сейчас, секунду, я умер. Смотри. На Alt менять способности. И там на некоторых способностях R и E это, ну, те же вот способности. Дима, мне можно это его оружие использовать? Извини. Это жесть, что творится. А чё не умирает? Они все оружие, да, его мочат? Там только, типа, Purple мочит. Ага, я понял. Во, на Е. Сума, из-за вот. Тебя я проиграю. Ты наспавнил сначала своих миксботов, потом... Вот Purple. Вот это мы мочим. Молодцы, ребят, все меня. Ой. Видишь, что я делаю, ты представляешь? Ребята, бомба оружие. Если их нафигачим настолько много, мы потом взорвем какую-то бомбу, и они будут просто делать... Вот сейчас как было, вот. Хаос по всей карте делают. Ура! Я как будто в капкуте просто включил каску, там поставил силу 1000. У меня просто сейчас монитор, мне кажется. Пацаны, давайте все шарики спамнить.
Давай. Давай, я согласен, сейчас. Я хочу много, я думал, что ну и хотя бы 1000 лупанем. Я уже 100 точно сделал. Ай. Вот это трэш. Так, тебе надо что-то взорвать. Ой, смотри. Ой, лагает. У меня, по крайней мере, тоже лагает. У меня тоже. Нет, у меня тоже, и чё? И чё? Опа. Ой, должно не вылететь. Игра, не вылетай, пожалуйста. Если понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока!